Ну так, что ты решила? Я не знаю. Просто забей на него. Джеймсон полный дебил, я уверен. Я надеялась, он другой. Но я же ведь его копия, хотя нет. Ну, я же ничуть не хуже его. Ну так, что ты решила? Да, я согласна. Что? Пацаны, это так круто! Надо заснять, как они катаются. И выложить на YouTube. Знаешь, как круто будет. Ага. Чё, Роберт, ты уже накатался? Дай мне! А я когда-нибудь покатаюсь? А я вообще не катался. Может, скажете, что тут происходит? Как вы тележку из магазина привезли в школу? Очень легко и просто. О, это твоя девушка. Она ничего. Секси. Ау, больно же. Тележку мы привезли очень просто. Знаешь, как парни по школе круто гонять? Особенно, когда идут уроки. Все коридоры пусты, и ты просто едешь. Ты просто летишь по школе. Знаешь, как круто? Хочешь с нами покататься? Блин, если я соглашусь, то я потеряю свою репутацию. Я же отлично и так далее. Так резко перейти из отличницы в хулиганку? Нет, я уж откажусь. Ну так что, ты хочешь с нами? Поехали. Нет, я потом покатаюсь. Погнали, пацан. Уху! О, я тоже хочу. Откуда у вас столько еды? Из столовой украли. Тебя тоже на очередь. Нет уж, спасибо. Класс. Роберт? Не бойся, сейчас быстро прокатимся и тебя домой завезем. Бет, включаем узло. А, окей. Блин, ну зачем я сюда сунулась? Зачем я сказала, что я тебя люблю, если на самом деле это не так? А Джеймс козлина, Роберт тоже. А-а-а, на что я пошла? Блин. Стоп, это мой дом! Ты еще, кто-то вообще сдавал на права? Что это такое? Вообще, чья это машина? Моего брати. Он разрешил покататься. Окей. Так, остановитесь. Это мой дом вообще-то. Хорошо, останавливайся. Все.
уже с ними на машине ездишь. Не удивлюсь, если ты уже переспал с этой дурой. Что? Не притворись тупым. Ты же все знаешь, скотина. Я ничего не знаю. О чем ты? Тимми, я вообще ничего не понимаю. Про что ты вообще говоришь? Я вообще ни с кем не спал, кроме акулы из Икеи. Ты же про акулу, да? Пока, идиот! Это же ты был, да? Ты его не обманул. Типа, это я, да? На вечеринке это было, я так понимаю. Что? Полосатая кошка, что ли? Я просто с пацанами решил прикольнуться. Над какой-то девкой, которая общается с тобой. Так вот, вспомнил, что она вроде, ну, с тобой общается. Так... Так ли это? Да, спасибо за ответ. Yes, все записалось. Теперь у меня есть доказательства. Вот только, как я и скажу ей там в соцсетях, она меня заблокирует, в школе она меня слушать не будет. Окей, я дождусь подходящего момента. Через месяц я поняла, что плохой девочкой быть не так уж и плохо. Я сильно скатилась на учебе, стала бывать в плохих компаниях и, конечно же, получала люли от мамки. Джеймс не подходил ко мне больше месяца. Но я рада, что этот придурок даже на километр ко мне не подходит. Я за это время начала влюбляться в Роберта еще больше и больше. Странно, какое-то очень незнакомое место. Ну и куда же я попала? Блин. Так. Где я вообще сейчас нахожусь?